Всем привет, это канал Красного Герцога, и сегодня мы продолжим уничтожать войска Арахны с игрой Age of Wonders 4. В прошлой серии мы, собственно, начали воевать с Арахной, и, ну, в общем, пару боев провели. Я таки подогнал сюда, в общем-то, еще пару отрядов. Но есть у меня ощущение, что я, конечно, не очень правильно стал делать. Зачем-то я вообще решил помочь союзнику, который, в общем-то, самому наплевать на то, что у него происходит. Он вон куда-то чешет, радостный, в какие-то подземелья собрался, видимо, что-то здесь делать. Хотя, кстати говоря, вообще-то здесь можно пройти, я так понимаю, да? Наверное, мне надо было сделать именно то, что делает он. То есть идти сюда и сразу захватывать столицу, пока ее войска скованы, в общем-то, этим самым союзником. Вместо этого я кинулся ему помогать зачем-то. Да. Что ж. Хотя нет, вот здесь подземный проход, да. Ну, не знаю. Попробуем, ладно. Раз уж начали, тогда попробуем вынести, в общем-то, вот эту армию. Эту кучку я оставлю тогда в тылу. И рванем тогда сюда, завалим Гардхейм и, собственно, через подземный проход рванем вниз, собственно, вот сюда. И попробуем решить, так сказать, проблему Арахны одним ударом. А сейчас надо, собственно, вот этих добить, потому что какого хрена? Но, да, коцанные у меня войска, коцанные — это плохо. Они, конечно, восстанавливаются, но сейчас мне восстанавливать, в общем-то, нечем. С одной стороны, плюс то, что мы на союзной территории, они у нас здесь лечатся как на своей. Минус то, что я не могу здесь какие-то заклинания, в смысле, влияющие на провинцию, например, применить, чтобы... Потому что это считается враждебным действием, даже положительным. Я бы, например, смену сезонов поставил бы, да, тут... и нашим плюс, и врагам минус, но я не могу ее использовать, потому что тогда это считается враждебным действием. В общем, обыдно. Ну, что делать? Да, все это, в общем-то, не имеет никакой смысла. Применение вот этого всего. В загашнике у меня тут призыв рогатого бога висит. Если кого-то потеряем, можно, в общем-то, его будет... тоже призывать. Он у нас вот здесь есть, но этот чувак еще, блин, не дошел. Ладно, давайте тогда что, нападаем? Ну, тут, в принципе, похрен, да, кто куда. Ну, я надеюсь, что я коцанных смогу немножечко подлечить до начала боя. До начала столкновения. Здесь я не знаю, может, стоит попробовать посмотреть, как оно... Вообще у меня плюс перевеса. У него вообще героев нет. Куча сикачей. Основная масса всякие воители, фурии, кстати говоря. Он тоже за драконидов играет, да? Ага. Ну, ладно, давайте посмотрим, что получится. Как пойдет. Надеюсь, потери наши будут достаточно небольшими. Ой, сколько паук... Ой, они ж сейчас плодиться начнут. Я же их знаю. Да? А, нет. Это не те пауки. Уже хорошо. Ладно. Так, нет, как-то неправильно развернул. Вот так вот, да. Ну и, собственно, наше любимое занятие — расстановка, мать его, за ногу. Так, а ты у нас, кстати... Можешь начать цикл заново, да? 50%. Блин, но тебе двигаться нельзя, и этому двигаться нельзя. Блин. Ну, ладно, давай тогда сначала ты все-таки подхиль товарища. Вот так вот. Вы тогда пока стойте. Блин, еще этого надо лечить. Ладно, ты сюда. И подлечи этого. Ты тогда сюда. А, черт, тут ядовитые грибы.
Зашибись. А ты уже отходился. Ладно, не сюда. Ты сюда. Пока они там не подошли, в общем-то, можно немножко с этим всем поиграть. Да, оберегающую связь на тебя не повесишь. Ты хиленький геройчик оказался, хиленький. Так, вот здесь у нас... А, здесь у нас тоже есть коцанный. Ну, здесь попроще будет. Ты уже нас можешь кого-то призывать? Да, по-моему, ты у нас нежить можешь призывать. И кого-нибудь пробудить. А вообще ты у нас стрелок, да? А, ага. Ага. Вот еще знать, у кого можно. А, вот ты у нас еще вот так вот можешь, да? У кого можно сделать пробуждение, кому принесет пользу, а кому не очень. Но пока не ясно. Так, значит, ты у нас сейчас можешь тоже, кстати говоря. Пробуждение. Давай, я не знаю, блин, кого пробудить. А, во, написано. Я молодец, написано. Хранитель. Ничего. То есть хранителя на три хода. Ну давай, посмотрим, что это даст. Просто, чтобы знать. Рожденный способность хранитель. А где эту способность можно увидеть? Похрен его знает. Хранитель есть здесь такое? Чё-то нигде нет. В общем, он стал хранителем, но что это нам дает, бог его знает. Активируется спят. А, вот, хранитель. Плюс один к ответному удару. Окей. Так, и тогда давай на него кидай вот это. Я, наверное, все-таки активирую эту штуку, хотя, конечно, потому что регенерация, чтобы он еще мог подлечиться, хотя у нас, опять же, нежить останется без бонуса. Ну и ладно. Сейчас главное восстановить войска. А вот здесь у нас более-менее целое. Здесь можно... Такой фигней не мается. Так, ты тогда сюда. Ты сюда. Ты... Ты, говорю, сюда. Тут ты, наверное, тогда сюда. А ты вот сюда. Разворот. Соответственно, тоже вечи. Ты еще и сам полечись. Ты, кстати, тоже же можешь, да? Да, можешь. Тоже лечись. Вот, восстановились немножечко. Угу. Ну, здесь как раз можно пропустить. И здесь мы тоже ждем. Хотя, блин, да. Регенерация. Ну, мы можем тебя вот так просто... Ага. Блин, надо тоже регенерацию делать. А здесь ты туда не дойдешь. Нет, здесь по-любому пропускаем. Ладно, поехали. А, нет, все-таки призывают они.
Так, это немножко другие пауки, по-моему. Ну, если немножко другие, то ладно. Так, во-первых, кто это у нас такие дикобразики? А, ну это тикачи, да? А, наша любимая магическая связь. Есть на кого? Нет. Это все считается... Ну, только на этих же сикачей призванных. Ну и, конечно, голема. Вот не знаю. Хилые они, ребята. Големы, я имею в виду. Действие тотема дикой природы продолжается в течение 3 ходов. Опять же, непонятно, а они будут 3 хода, в смысле, и юниты 3 хода, или он в течение 3 ходов призывает, потом ломается. Вот вопрос. Так, ладно, давай тогда... Кстати, да, это, нет, это потом. Давай тогда, собственно, образ победы. Нет, подожди. Подожди с образом победы. Давай так сюда. Вставай. А ты пока вот сюда. Ты у нас, соответственно, можешь, конечно, призывать, но, блин, яд. Ну ладно, чё, потравим есть ещё. Я думаю, да, каменному духу, наверное, похрен на отравление. Вот. Ну давай сюда. Отойдём сразу. Ты у нас... Можешь, блин, обходить нормально. Вот так. Так. Да, все продолжаем стоять и ждать. Призываем всякое новое. Что у нас уже запустился. Здесь все. Здесь у нас, соответственно, тоже вызывай зверушку. Отлично. Вешаем. И вешаем образ победы сюда. А ты отходился, да, и не сможешь сейчас второй раз зарядить, зараза. Ну ладно. Хорошо. Еще ближе, пожалуйста. Вот это, блин, толпин. Зов дикой природы она применяет. Очень интересно. Так, образ победы. Черт подери. Тут вообще, конечно, неплохо было бы вот сюда. Ну, ладно, давай тогда. Давай так и сделаем. Теперь повторим. Удобно вот эта вот техника, ну ладно. Так, концентрация потоков и тотем поставим, допустим, где-нибудь здесь, чтобы они сразу не кинулись. Я обычно тыл ставил, но что-то нету, тогда начинает кидаться на них, это нам не надо. Так, а я вот хочу вот, знаешь, что сделать. Они так удачно стоят, прям грех этим не воспользоваться. 4 4. А так... О! О! От души душа в душу.
вот так. На. Прям красава. Забубенил так забубенил. Так, лошарик наш. Давай с разбегу. По паучкам сразу. Да, бойня будет веселая. Побьют меня еще не раз. Так, а ты у нас тогда, наверное... Ты у нас можешь что сделать? Ты у нас можешь подбежать? А, не можешь, ты не добежишь, да? Так, раз, два, три, раз, два, три. И тут еще слева вот на тебя накинутся наверняка. Так, и пиромант, конечно, не достанет толком. Ну, можно вот так, например. Подпалим тут немножко область. Наверное, сделаем... Нет. Сделаем вот так. Так, теперь ты у нас просто встань вот здесь в оборону. Нормально, нормально. Так, а ты... Ты говорю. Не, ну вот сюда лучше тогда уж. Сюда пальни. Романты отходили, лучники еще, да? Ну давай. Отстреливают копейщиков. Все, походили, походили, походили. Значит, деф. Так, ты у нас где? Ты у нас здесь. Я тебя тоже направлю в эту сторону. Пока стоишь. Так, нет, давай-ка сначала вот этих заезжаем. Так, толчок, урон в радиусе двух. Это надо сначала, так сказать, подойти. А чё ты? Ты бьёшь или не бьёшь? Непонятно. Вроде бьёт. Ну так бей тогда. Хотя надо было просто подойти и использовать эту обилку. Блин, ладно. Так, а ты у нас, в принципе, только стрелять можешь, да? Разложение — это круто. Так, а ты куда добежать можешь? Так, давай вот так. 68% маловат шанс, но сработал. Отлично. А ты, ага, ты даже вот так можешь. 49 шанс оскорбления, 44 шанс оскорбления. Но эти вырублены, давай сюда. А эти, да, оскорблен, сработало. Ну давай. Рискованно, конечно, но... Что делать? Хорошо. Еще хилеры наши. 90. Давай отсюда постреляем. По оглушенному.
Так, а вот ты у нас никуда уже не доходишь. Ну, давай сюда. Тогда копия, идите сюда. Вы тоже идите сюда. Ну да. Шаман войны идет сюда. И лучник наш тоже тогда идет куда-то сюда. Это зараза. Ну ладно. Так, у тебя есть... А, пробуждение. Опять же. Здесь никого. Никого. Ничего. Да, уже не достаем. Ладно. Значит, обойдемся без пробуждений. Луки. Луки тоже надо в эту степь вести. Тут жарко будет. Именно с этого направления. Здесь-то должны, по идее, справиться. Ладно. Всех сюда тогда. Ой, что-то будет. Они еще и плюются. Обездвижены. Ай-яй-яй-яй. Да. Они моих всех постарались заморозить на одном месте. Я думал, они подойдут на этот самый, на горелое. Они решили бить с места. Ну, там кто-то горит. По-моему, мой. Сука. Стреляют и стреляют. Куда? Куда поскакали? Чуть кровотечение повесили. А это... Вот тут, то, что своего попали, это молодцы, а от моего отстаньте, пожалуйста. Так, одного затоптали. Ну, как она лагает, а? Як она лагает. Все, я могу играть. Спасибо. Так. Маловато. Надо как-то вот так хорошо. Вот это душевно. Да, давай. Подхилим немножко, ребят. Так, паучки. Куда бы вас направить-то? Ну, давай сюда. Так, это у нас единорожка. Кстати говоря, может жрать трупы. А, нет, это герой, господи, это герой. Это наш герой, ну ладно. Так, магик. Здесь у нас есть впереди стоящий. Ты у нас обездвижен? Нет, ты не обездвижен. Давай тогда. А вы тоже не обездвижены. Вот
Так тогда. Хорошо пошла. Еще лучше пошла. Не, на самом деле не очень хорошо пошла. Ладно. Ты тогда выноси вот этого. А ты... Стреляй по этому. Да, дистанционщики тогда на этом сосредоточатся. Ага, можно еще кого-нибудь подхилить, но пока вроде не очень надо. Сколько? 58? Попробуем. А вдруг? Да, готов. Убил. Молодец. Так. Вот наша нечисть может врываться. Она, значит... А, это если низкий или это, да. Боевой дух у него пока все хорошо с боевым духом. Так, мне казалось, тут кого-то тоже обездвижило, нет? Кстати. Ну, давай. Немножко подпалим. Ты же убьешь, да? А, он сейчас отскелетится, да, блин. Ладно, тогда на скелетов кидаем. Теперь могу что? Во-первых, ну, пробуждать все еще некого, да? Да. Можно подлечить себя. Регенерация, я смотрю, у нас кончилась, да? Ну давай, да. А, и все, что ли? Понятно, зашибись. Это я хорошо придумал. Это я молодец. Так. Четыре. Короче, как не бей, меньше четырех не получится. Больше, точнее, четырех. Ну, давай. Такое себе, да? Блин, а в огонь в итоге придется лезть мне. Не хочу. Эй, еще и промазал. А ты не можешь. Ладно, тогда лечись. Раз ты не можешь, и ты не можешь, тоже лечись. Огнемаг. Ну давай отсюда по этому. Блин, я боюсь, сейчас завалят они все-таки героя. Ты, значит, жахнул. А, ну у нас эта фигня только один раз действует в любом случае, да? Да. Один раз забит, да. Угу. Призванные сдохли. Очень не вовремя. Ну, атака у него нехилая вообще. Вы охренели, что ли?
Смотри, они обошли все эти горелые места. А, нет, тут прошел шипо. Пердец. Пердец ему. Суки. Блин. Это не люблю я это. Регенерация отменена. Зашибись. Так, это кто вообще? Где? Это берсерк вот здесь, да? Ну давай, да, лучше сюда. А ты лучше... Блин. Ну давай, да, так, сюда. Сюда. Очень плохо, очень неудобно, потому что нельзя выстроить маршрут отряда. Вот почему я не могу завести сюда, а потом ударить. Ну, то есть я могу, конечно, но, блин. Немножко не так, как хотелось бы. А плюс, кстати, для животных в том, вернее, для меня плюс, что у него армия в основном животных в том, что они не восстанавливаются. И это прям класс. Души типа у них нет. А значит, восстановление им не светит. И убиваем. Все, с северной армией покончено. Все, значит, вы у нас идете прямо вниз. Только вот единственное, я, наверное, все-таки заберу. Голема. Надо было все-таки раньше это делать. Да, ходить ты на первом ходу не можешь. Лошара ты идеальная. У нас, конечно, есть шаман где-то там, наверху, но он, по-моему, тоже только один раз заход, да, может колдануть вот эту вот штуку или нет. А, нет, может еще. Слушай, попробуем, попробуем. Здесь, правда, не сказано. Спагиф возвращается, можно использовать только после применения способности «Жизнь из смерти». Стоп. Способность можно использовать только после применения способности жизни смерти. А, только один раз за битву, да, все. А что за способность жизни смерти? Непонятно. Да, значит, поторопился. Ну вот, блин, ладно. Хрен с ним. Так. Тоже куда-нибудь отойти. А, ну ты не можешь. Ты у нас, да, обездвижен. Ладно, тогда стреляй. Даже не знаю, куда тут. Куда тут стреляй? Да, куда хочешь, да? Все равно толку, в общем-то, мало. Так, здесь нам тут, понимаешь, в тыл зашли, да? Ходить можешь? Ходить можешь. Попробуй вырубить.
Ну, черт с тобой. Да, вырубил. Отлично. Это значит, что я могу. Я не могу. Он может только стоять, блин. Бей этого. Лучник. Ну, попробуй, по крайней мере. Убить этого. А ты у нас еще, кстати говоря, ой. Хилк-то есть. До лучника дотягиваешься, а до лучника ты не дотягиваешься. Или лучше тебя вот так вот. Масспелом. Так, а ты что стоишь? А ты у нас типа глушанули тоже тебя? Я опять забыл. А, блин, я опять забыл, что она одноразовая, да. Кирдык луком. Так, значит, минус герой, минус отряд, блин, есть. Самое жалкое, это, конечно, герой. Придется теперь долго его выковыривать. Ну и все, я поэтому не люблю этих големов превращать во что-либо, потому что они в момент протухают. Выносится на раз-два. Дайте кто-нибудь сдачи уже, а? Стоят, смотрят, блин. Опять нифига. Да, эти работают и больше трех ходов, судя по паучкам. Призванные зверушки. Так. Некрасиво тут стоит. Тылу, понимаешь. Ладно. Хорошая билка, но в этом бою, несмотря ни на что, мне не удалось ее попоюзать. Что ты будешь делать?
Ну и как бы все, да? А, ты можешь еще ускориться. И еще ходик сделать на одну клеточку. Сука! Второй отряд убили. И третий. Три отряда и герои. Блин, я уже начинаю жалеть, что не попробовал сначала автобой, просто чтобы сравнить, блин. Что получилось бы на автобое. Причем отряды убиты не те, которые ожидалось. Все, ты один, что ли, остался? Да. Я чуть-чуть выжил. Он чуть-чуть выжил. Добивай. Да, блин, не, ну самая большая потеря, это, конечно, герои. А, два отряда герои. То есть один у меня тоже выжил. Урия, пиромант. Ну, чемпионы, блин. 9 уровня героя. Сандрин, собственно. И теперь ее как-то надо восстанавливать. Герой-то ладно, героев-то я сейчас заменю. Как раз Фурия, дистанционщик. А, Сандрин побеждена. Так. Первая факелоносица Сандрин из дома Нилух потерпела поражение, сражаясь под вашим началом. Благодаря упорству или удаче, или вмешательству высших сил, но ей удается выбраться из битвы живой, окруженной облаком теней, Сандрин появляется в безопасном месте. На мгновение ее лицо перекрашивает мучительная гримаса, но затем тени рассеиваются, и она, как ни в чем не бывало, поворачивается к вам. Я многое пережила в астральной бездне и не планирую возвращаться туда. Сандрин из дома Нюх ранили, однако ей удалось избежать смерти. Пройдет время, прежде чем она полностью восстановится. Что ж, ясно. Ну, вот она, живая и здоровая. Отлично. Что ж, неплохо. Неплохо. А кто у нас, кстати, Фог вожак стаи, да? Тебе бы, товарищ, защиту качнуть. Ты прям вообще хилый какой-то. Защиту и жизнь отрастить. Ну, здесь такого нет, поэтому, пожалуйста, бери защиту. Хотя бы так, 5. Хотя тебе, наверное, больше, наверное, сопротивления надо было. Ну, ладно. Так, кто там еще? Правитель получил новый уровень. Это я. Я магик и командир. Командиром я могу сделать что? Тут у нас только... Нет, это неинтересно. Давай магик смотреть. Кач спутник огонек. Астральный огонек. Плюс один юнит, да? Вот непонятно, опять же, тоже, как это будет работать, с учетом того, что три армии. Вот, бах и максималка, да? Кого он там вытянет? Распад, разлагает сопротивляемость. Ткач. А что у тебя, кстати, это у тебя же у нас, да? Концентрация, жезлонасмешник. Нет, это не те. Распад, сопротивляемость, повелитель холода. Ты у нас на виверне, да, жахал? Да, повелитель холода тоже. А, по конусу. Я, помнится, да, это надо вплотную. Нет, давай сопротивляемость возьмем. Вот так вот. А чё на призыв героя? У меня все с героями хорошо. Назначите губернатора. Куда?
память Сильвануса. А чё, Сандра на месте. Все хорошо. Нет. Она вернулась. Она снова с нами. Не надо грязи. Так. Значит, ты у нас остался без героев. Вот мы тебе сейчас посадим рогатого бога. Бам. Красавец. И надо сюда еще одного рукопашника. На рукопашку у нас что? У нас, в принципе, опытанный защитник можно поставить, да? Давайте. Вот. Бам. Ну и, собственно, товарищ Сандрен. Это, конечно, блин, лечиться, лечиться, еще раз лечиться. С другой стороны. А если так тебя отправить... Ты у нас в обход пойдешь, да? Поход закончишь как раз за пределами. Не, давай ты вот здесь остановишься. И здесь постоишь. Так. Ну. Я надеюсь, вы сами пойдете на север. Хотя мне опять же, да, давайте тоже пропускаем. Никуда не идем. Мы тупо... Как отменить? А, вот так, хорошо. Стой. Ты и так у нас стоишь. Все стоят лечатся, короче. Интересно. И что ты будешь делать? Нет, ими там хорошо. Ну окей. А ты что делаешь? Пошли обратно. Подвратно воюют комп. Вот в качестве союзников он вообще никакущий. Просто никакущий. Уже который раз замечаю. Тупо ходит туда-сюда. Они вообще стоят. Зов весны. Из далеких полей к нам является нимфа. Она опускается в танец, и там, где ступают ее легкие ноги, немедленно распускаются цветы. Ее глаза, подобные бездонным озерам с прохладной зеленой водой, словно затягивают вас в пучину. Танец нимфы становится все более диким и необузданным. Она явно наслаждается своими резкими, вызывающими движениями. Внезапно она замирает в соблазнительной позе, не сводя жадных глаз с вашего тела. «Отпразднуй со мной наступление весны, принц Хаоса, Даймонд Жизнедав. Покажи мне, насколько крепка твоя власть», — призывает нимфа. «Сможете ли вы произвести на нее впечатление?» «Конечно, я же ящер. Сейчас штаны спущу, и она охереет». «Разрушить рудник рядом с памятью Сильвануса и посеять на его месте семена. Минус... так, производство останавливается. Получаю еду. Заменяет улучшение плодородными полями». Напоить жителей Кряжварда лучшими винами, чтобы повысить рождаемость. Ничего, что дети дебилами родятся. Так, минус 620 единиц золота плюс за плюс 2 населения. Ну, Кряжвард, блин, такой. Он там мне растить-то уже некуда. Улучшить питание. Производство пищи останавливается, зато получаем 479 единиц найма. Нанять опытного животновода, приказать вывести ему кошмарного паука. Получим кошмарного паука и потеряем 307 золота. Это как раз вот тот самый, который, да, подбегает и кидает, и плюет. Еще он типа кавалерии считается. И он животный. Только мне удевать некуда. Просто нанимать Кряжварда тоже особо некого. Терять рудник я не хочу. 2 единицы. Ну давайте вот это возьмем. Мировоззрение изменилось на нейтралитет. Вот бы еще понять, почему оно туда-сюда падает. С городами понятно, а вот сейчас что оно упало, не ясно. Так, да что ты, тебе понравилось мои действия, тебе понравилась зараза такая, что пока ты тут фигню страдаешь, я твои города защищаю, да? Удивительно рядом. А, кстати, я мог зверя призвать третьего уровня, да, вместо этого опутанного защитника. Ладно,
Мы просто промотаем. Ответь на предложение. Все равно это откуда? Все герои. Тут не приставало, не приставало, а теперь пристают. Странная фигня. Ладно. Так, здесь у нас что-то можно построить. Вообще рудников тут много, конечно, но ладно. Так, монетный двор, Нексус, зал приемов, зал камень. Давай каменщик построим. Ну и немножечко, наверное. Нет, это я, знаете, потом за кадром. Это просто обычный унылый бой. Нечего там смотреть, да? Так, ты почти вылечился. Ты еще нет. И ты тоже нет. Знаете, стойте пока все здесь. Вот мы сейчас все здесь соберемся. И тогда пойдем дальше. Ты подлечилась хоть немножко? Да, немножко подлечилась. А, это что же территория союзная? В принципе, можно было и дальше идти. Ну ладно. Иди. Куда ты делась? Вот ты где. Да. Тоже там подлечишься. Я же нажал ждать. Нет? А, ну да. Так. Ну, стой здесь. Все, остался только один. Ну, я не буду, говорю, этот бой показывать, потому что, ну, с другой стороны, конечно... Да где ты есть-то? Два костяных дракона. Костяная виверна, стройный хранитель, фантазм воин и скелет. Два костяных дракона, это жестко. У меня здесь друид-цикла, два берсерка и два разрушителя чар. Мне надо их выстряхнуть, а здесь потом еще, кстати. А вообще, давайте попробуем. Поглядим. Кстати, вот я что, раз не расходую, давайте мы еще. 300 очков много, поэтому лучше держать это заклинание активированным. Ну, понеслась. Смотрим авто. Давайте посмотрим, что он тут автобой раскидает. Потеряю одного берсерка. Ну, сейчас поглядим. Большой, блин, от роста. В смысле? А, я не ту нажал, что ли? Уай, пардон. Да, я нажал на просмотр, на повторный просмотр. Так. Ну, так вас там много. Так. Мне тут холодно, боязно, грустно и одиноко. Как бы мне тут так встать, чтобы... Они вообще летающие, так что как ни встань... Все равно в тыл мне зайдут. Ну, давай попробуем здесь около камешков хоть немножко, так сказать, обезопаситься. И будем ждать гостей. Оберегающая связь только. Да, герой такой себе. Ладно. Ну что ж с тобой можно сделать? Во-первых, смотрим, можно кого-то утащить. Нельзя. А, нет, можно кого-то утащить. Виверна? Не пойму. Нет, вот виверна. А, астрального этого. Хранителя. И можно вот этих вот, да? Давай начнем с хранителя. Они его, конечно, порут. Даже стрельнуть не сможет. Ладно. Ну, будем считать, что это небольшая плата за то, чтобы избавиться от этого отряда.
просто за один ход размотали. Ну ладно. Следующий. Ну вот ты уже можешь ударить. Толку, правда, с этого не очень много, ну ладно. А хрен ли не фланговый удар-то? Ладно. Тут уже можно и в атаку пойти. Сменим позицию, так сказать. Их тоже, конечно, можно было забрать, но они быстрее дошли бы и вреда нанесли бы, чем пользы. Ой, не надо, не надо этого мне, ну... Стойкость долбаная. Значит, стрелять по нему, долбить дальше бесполезно, он бессмертный. Пока свойство не спадет, меньше единицы у него здоровья не останется. Ой, сейчас этот по площади. А это пришел просто когтями проработать, да? Я и астральный вылез, блин, живой опять. А вот здесь деградация, кстати, подойдет. 43% всего, а? Ну-ка. Не сработало. Поэтому он просто оглушен. Не умри героически. Что там? Ну давай. Шанс не достаешь. Ладно. Можно и так. А тут похрен. Что слева, что справа. Ну, красивые зверушки, да? Это, конечно, не отнять. Ой, сейчас хилинг будешь, да? Мученичество Архонта. Когда обороняющийся воин погибает, все вражеские воины по соседству получают урон. 15% урона магии духа, с базовой вероятностью 90% не применяется эффект приговора от стража мародера. То есть это про меня речь, да? То есть я получаю урон. Окей. Где мышь-то? Мышь? Ой, мышь. Даже не убил никого. Опять он там, блин, сияет с этим долбаным. Задолбали, да? Со стойкостью своей сраной. Ну, в принципе, я тебя и так убиваю. Или нет? Ну, подожди.
Ну да. Так что смысл? Убивает один такой. Класс. Легкий рон, промах. Все на свете. А вот эту жизнь немного, зато, блин, этот урон хороший. Нормально два хода походил. Да, вот этот сработала эта фигня. Прыгнись, вот. И еще раз она сработала. Хорошо. Словил. Мать еще. Разложение точнее в тему, чтоб ты не мог восстанавливаться. Давай тебя убьем. Чтоб ты тоже не могло восстанавливаться, а тебе мы вот эти вот жопу-то подпалим. Надо было сначала это сделать, ладно. Да я его убил же второй раз, нет, разве? Какого хрена он опять восстановился? Точно тебя убью. Ну, пипец, вообще, их вообще можно убить-то, а? Или они так и будут возрождаться снова и снова? Ну это я точно уже третий раз валю. Тут они опять в этом режиме бессмертия, блин, думаю. Смотри, что происходит-то, а? Они снова и снова вылезают. Какого хера-то, алло? Это уже, блин, не стойкость, это какая-то херня, блин. Сдохни. А вот эта штука действует. Несмотря ни на какие стойкости. Фу. Ну, как-нибудь гораздо лучше результаты. Я получаю эликсир... собрана коллекция. Получена кровь Архонта и собрана коллекция эликсир космических потоков. Кровь Архонта нам дает 20 очков боевых заклинаний. Это хорошо. А коллекция... улучшение в провинциях с источником маны дают плюс 10 защите и знаниям и мане. 450 маны в заход. Нормально. Нормально. Еще и герой качнулся.
Так, ты у нас рукопашник, да? Опять же, защиту тебе надо, наверное. Да, ты у нас на рожон лезешь, и можно тебе еще, собственно, поступь демона. Прыжочек такой, да? Ну давай, да. А то мне говорили, что это классная обилка. Вот и поглядим. Окей. Ну а вы все продолжаете ждать у моря погоды. Ну ты теперь тоже восстанавливайся. Ладно, тогда на этом серию мы заканчиваем. Продолжим уже в следующей серии. Я здесь сейчас, значит, Сильвану нашу доведу. Вот, они подлечатся. Я, как и сказал, сюда не пойду. Пусть здесь сам разбирается. А пойдем брать Гартхейм. После чего рванем подземный ход. И, собственно, следующая серия будет посвящена этому. А эта серия тогда на этом все. Если она вам понравилась, ставьте лайк. Если не понравилось, ставьте дизлайк. Оставляйте ваши комментарии. Делитесь впечатлениями об игре, о моем прохождении, о моем канале. Подписывайтесь на канал, если вы еще не подписаны. Также подписывайтесь на группу ВКонтакте. Ссылочки есть в описании. Если у вас есть аккаунты на ВАЗе, Делитроу, подписывайтесь на мой канал. И там заглядывайте к нам с Волгоградка на наш Дискорд-сервер. Ну и не забывайте жать на колокольчик, дабы не пропустить выход новых серий. А у меня на этом на сегодня все. Всем спасибо и пока.